Ты когда сдашь проект? Честно сдам. Сдам вот еще неделю. Но чтоб это было в последний раз. За моей спиной находится дом, который мы запроектировали. Мы промерили все сосны и между ними выстраивали дом. Он очень сложной конфигурации, и это вы увидите сами. Погнали! Вот рядом с коньком как раз у нас выходит одна из сосен, которую мы так запроектировали. На холодной веранде она прорастает сквозь веранду. На самом деле их было две. Одна из них со временем просто стала сохнуть и решили ее спилить, чтобы не рисковать. А еще у нас есть небольшая веранда с хорошей панорамой на озеро. И как раз там дальше сейчас покажу сосну, которую мы сохранили с любовью, обойдя ее стеной дома. Пойдемте покажу. Собственно, вот эти окна у нас открываются, это у нас небольшая терраса, и летом это все одно пространство с бассейном. Именно здесь летом любят собираться домочадцы, тусить, пить пиво, загорать и так далее. Ну, собственно, вот там находится наша сосна, которую мы обошли, поэтому конфигурация стен у нас такая вся полукруглая, сложная и немножко неправильная. Тем не менее, это позволило сохранить все сосны на участке и вписать дом между сосен. И теперь у нас все зашибись. Экология и Greenpeace forever. Привет. Едем на замеры. Сейчас будем мерить вот такой вот дом. Вернее, не дом, а квартиру. У нас новый объект на Краснопресненской. Сейчас покажу, что внутри. Это место не основного жилья, это больше рассматривается как гостевой дом с хорошим панорамным видом из окна и с кучей всяких интересных штуковин. Пошлите, я буду показывать все. Этот бассейн у нас 12 метров на 3. У нас здесь есть все возможные штуки. Это и донные клапаны, и водопад, и массаж, и есть система противотока. Самая фишка в том, что уровень воды у нас вровень с полом. Это называется переливная система. Еще существует скиммерная система. Там делаются чуть повыше борта. Здесь фишка то, что вода переходит в пол. Давайте покажу, как это все работает. Собственно, вот это вот называется водопадом. Там встроен донный клапан. И сейчас включил всю бурлящую систему. Сейчас она заработает. Сейчас включаются насосы. Включится вся фильтрация воды. Есть спа-зона. Она очень компактная для небольшой компании. Здесь у нас есть, собственно, хамам. В хамаме прикольно сделали вот такое вот сиденье. Оно неправильной формы. Вот если обратите внимание, можно вот так сидеть. И очень прикольно и комфортно. Все это подогревается. Кроме этого, напротив у нас сделана, собственно, парная. Здесь можно собраться с компанией, посидеть, попариться, поболтать, попить пиво, все, что хотите. То есть компактная, уютная, комфортная, прикольная, с диодной подсветкой. Парная. Ну, встроенное обливочное ведро. И, собственно, туалет для гостей.
Вот эти окна открываются летом полностью. У нас есть панорама на прикольный такой ландшафт. Мы видим там озеро, видим лес, видим дома вдалеке. Соседей нету. Отличная панорама. Вот это искусственная скала. Ее делали наши мастера. Сделали очень натурально. Вот эти все глыбы выкрашивали, тонировали, декорировали декораторы. И по этим лианам можно заползти наверх. Вот смотрите, как я это умею делать. Дайте руку, ребят. Есть еще одна прикольная зона. Это терраса, которая используется круглогодично. Мы сейчас пойдем на нее. Она у нас холодная, но есть свои фишки. Пойдемте, буду показывать. В общем-то, вот у нас холодная терраса. Но, чтобы было тепло, у нас есть газовая вот такая лампа, которая нагревается, и в радиусе 2-2,5 метра можно закипеть. Кроме этого, есть многофункциональная печка, в которой можно жарить шашлыки, делать рыбу, варить плов, готовить еду. То есть там много-много-много функций. Туда можно закинуть должников и сидеть на стульях, смотреть, как они страдают. В общем-то, вот, пожалуйста. Очень интересное у нас растет дерево. Оно растет здесь, растет с того момента, как мы это запроектировали. Изначально так и планировали, что в полу будет отверстие, будет террасная доска. Эта сосна уходит у нас в кровлю. А там каждый год клиенты переделывают вот этот узел, чтобы не было протечек. Вот. Но так как летняя веранда, то есть тут нет смысла заморачиваться за тепло и все это хуйня. Привет всем! Мы находимся в квартире. Где-то несколько месяцев назад делали ремонт. Это вот наши панели, которые мы делали. Прошло несколько месяцев, месяца 2-3. Это тоже наши панели, тканевые с подсветкой, которые мы делали. А это Александр. Вот, именно ему делали ремонт. Как правильно, школа ремонта, да, наверное? Да. Ну вот, слушай, хотел просто спросить, да. Как вообще, все отлично у тебя? Слушай, ну по твоим панелям вообще лучше, чем все остальное. Очень нравятся панели, ну мне особенно вот эти нравятся. Но я и просил, чтобы была такая подсветка, честно говоря, это решение, ну, действительно, для меня... Мы его используем больше всего. То есть, допустим, кто бы здесь ни находился, мы его так включаем. Очень интересно, мы не ожидали и очень нравится. Вот панели очень нравятся. Панели вообще шикарные. Ну, опять же, если возвращаться ко мне, то мне больше нравится вот это вот. Ага. Потому что для меня подсветка многое значит. Ага. Она мягкая, очень ненавязчивая, скрытая. Это очень приятно, честно скажу. То есть, это прям... Шик, модерн. Спасибо тебе огромное за то, что пустил, за то, что снимаешь. Вам спасибо, что пришли, сделали. Вот как раз наши панели, вот эти две, ну и с этой стороны тоже. Ну все, всем привет, хорошего вечера. Снизу у нас спа-зона, а на втором этаже у нас зона, где можно посидеть, потусить, пообщаться с друзьями, переговорить, обсудить какие-то секретные темы. Пойдемте покажу. Вот мы как раз находимся на втором этаже, где зона, на которой могут поиграть дети, отделившись от родителей. Это зона, где может посидеть, скажем, взрослые. Могут здесь посекретничать, взять с собой сюда выпивку, закуску и обсудить какие-то наполеоновские планы. Кроме этого, отсюда офигенный вид на бассейн. Это такой штаб. Слушайте, интересно, а кто-нибудь пробовал прыгать вниз отсюда? Ну а так как мы делали этот бассейн, то обязательно нужно устроить тест-драйв. Ну что, проверяем глубину? После зоны бассейна можно просто посидеть, посмотреть телевизор, либо, может быть, заняться чем-то более интересным. Взять нашего контент-менеджера и на этом столе уже наказать за все, про все, блин. Строился этот дом для гостей.
И те гости, которые не смогут дойти до основного, для них предусмотрели специальную комнату. Пойдемте, покажу. Ну вот как раз комната отдыха. Вот здесь можно просто посидеть на кресле, либо завалиться на диван. Ты когда сдашь проект? Честно сдам. Сдам вот еще неделю, еще совсем чуть-чуть. Вот завтра сдам. Еще раз сделайте вот так светильники, и я утоплю тебя в этом бассейне. Светильники сделаем, сделаем. Сама готова их менять. Буду сама ползать и менять эти светильники, так как сделали над бассейном. Простите, простите. И проект сделаю, и все сделаю. Только отстегните меня, не топите. Ну, чтоб это было в последний раз. Рассказывай про свою кухню. Как кухня? Да, развели меня на 3,5 миллиона. Это тогда. Сейчас да. Она миллионов 5-6 стоит. Вот такая штука. Ой, какая хорошая инвестиция, но инвестиция говно. В самое темное место в квартире. Мишку Багли, извини, дорогой, не ношу. Джимми Чу ты любишь? Я Джимми Чу. Джимми Чу, блядь. А, кстати, вон тем я хотела тебя убить. Фаталити!